Еще нужно будет парты со стульями как-то перевести. Но с этим я сама не справлюсь. Где же Кирилл? Привет. Привет. Ты что, уборку затеяла? Привет. Можно и так сказать. Помогайте. Мы переезжаем в новую школу. Что? С чего это вдруг? Ну, я купила для нашей школы получше. Что значит купила? Значит, за деньги, Ксюшенька. Мне приличное наследство от какой-то бабки-аристократки перепало. И ты это наследство потратила на новую школу? Не потратила, а инвестировала. Блин, чё я сижу? Вложила деньги в недвижимость, так сказать. Круто. А можно спросить, чем тебе эта школа не нравится? Ну, как по мне, невозможно нормально учиться без стадиона, бассейна, вертолетной площадки и золотых унитазов. А золотые унитазы тебе зачем? А, просто так. Для важности. Всем привет. 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 Блин, опять тащим книги в библиотеку переклеивать форзацы? Нет, зайка, мы переезжаем в крутейшую школу во вселенной. Прикинь, Машке наследство перепало, и она новую школу купила. То есть урока не будет? Обалдеть. Что делать надо? Тащи парты к выходу, а мы пока с девочками другие вещи соберем. Окей. Так. Ну, поехали. Маш, мы же заберем наших любимых пушистиков. Кстати, да, их обязательно нужно забрать. Да, не вопрос. Сонь, справишься сама? Думаю, да. Минуту. Добрый день, девочки. А, что происходит? Господи. Сколько же раз мне придется повторить это за сегодня. Мы переезжаем. Я купила новую школу. Там классно. Так что собирайте вещи и до встречи. Ксюш, пойдем посмотрим. Там Газель еще не приехала. Окей. Какие вещи? Что за... Маш! Ничего не понимаю. Что ты делаешь? Ты куда парту тащишь? А вы что, не в курсе? У нас же переезд. Мне Маша что-то сказала, но я не совсем... Ну вот, Маша сказала, вы собираетесь. У вас что, нет личных вещей в учительской? Вещей? А как же урок? Какой урок, когда тут дело не в проворот с этим переездом? Все, не отвлекайте меня. Беспредел какой-то. О, отлично. Любимый, Газель уже на улице. Ирина Анатольевна, а вы почему без дела стоите? Маша, объясни толком, что за переезд, куда, почему?
Вот все вам разжевывать надо. Что не ясно? Я купила новую школу, и туда мы переезжаем. Но это все так неожиданно, и мне Елена Юрьевна никаких указаний по этому поводу не давала. Ну, если вам нужны указания Елены Юрьевны, чтобы переехать в учительскую с личной душевой, кинотеатром и отдельной парковкой, а еще солярием, что ж, счастливо оставаться. С личной душевой, кинотеатром, парковкой, солярием... Маша, ты не шутишь? Там... Правда, такие условия для учителей? Конечно, это же моя школа. А я забочусь о своем персонале, как о себе. Так что, я пошла вещи собирать. Я же сразу вам так и сказала. Угу. Я мигом. Машуль, золото моё. Не осталось ли у тебя чуток наследства на грузчиков? Ты ж мой хороший. Ну, конечно. И как я сразу не подумала. Иди, Анакондовне, помоги ее цветочки перенести. Вот, цветочки — это моя весовая категория. Люблю тебя до новой школы и обратно. В смысле? Это мало. Школа на соседней улице. Да ладно, это то здание со львами на входе и золотыми колоннами? Именно. Пушечка! Люблю тебя как до Владивостока и обратно. Неплохо, неплохо. До Владивостока далековато. И я тебя! Какая неудобная клетка. Как же мне ее взять? Не поняла. А что ты здесь делаешь? Здрасте, Елена Юрьевна. А Маша новую школу купила. Вот мы и переезжаем. В смысле переезжаем? Убери руки. Это моя шиншилла. Ага, сейчас. Она не ваша. Она наша. Чего? Ты как с директором разговариваешь? Живой уголок принадлежит ученикам. Сонь, не слушай ее. Неси их в новый дом. Убери руки, я сказала. Маша, ты что себе позволяешь? Да я тебе за такое! А ну цыц! Будете повышать на меня голос? Не видать вам новой школы. Ясно? Да с чего ты взяла, что мне твоя школа нужна? Да. А что вы в этих убогих стенах будете делать одна, а? Да у меня 300 детей в школе! Сильнейшие учителя! Да я... Ирина Анатольевна! А? Здравствуйте, Елена Юрьевна. Извините, я спешу. Стоять! А вы куда собрались? Ну как же? В учительскую мечты. Солярий, кинотеатр, вход со львами. А вы что, еще вещи не собрали? Какие вещи? Запомните раз и навсегда. Никто никуда не переезжает. Смешная вы, Елена Юрьевна. Кто останется в вашей хибаре, если есть дворец? Замолчи! Ирина Анатольевна, сделайте хоть один шаг, вы уволены! Ирина Анатольевна, не переживайте. Вы приняты на работу с двойным окладом и тройной премией. Ах, правда? Спасибо, Машенька. Ну, я пошла... Счастливо оставаться, Елена Юрьевна. Сами тут работайте за ваши гроши. Всем оставаться на местах. У меня для тебя плохие новости.
Мамочка, ты меня пугаешь. Какие новости? Даже не знаю, с чего начать. В общем, жива твоя бабка. Как жива? А вот так. Кто их поймет, этих аристократов? То ли спит крепко, то ли наследство делить пора. То есть новой школы не будет? К сожалению, нет. Ой, мамочки. Елена Юрьевна, миленькая. Я знала, что это все плохо кончится. Все в мой кабинет. Да-да.